У нас неделю лили дожди. И сегодня тоже дожди капал, пока мы сюда ехали. Но это... Сюда приехали, перестал. Мне решил муж проехать прогуляться. Не знаю, будет работать или нет. Вот. Поеду, говорит, прогуляюсь. Поехали со мной. Взял меня снова с собой. Вот такие вот дела. Так что вот так вот. Ты на что? Воду привез. Руки мыть и все остальное. Ну, ту клепшем. Да ксеха с ботас. Не. Ту мозги твои только думают, говорит, что своруют у нас. Он дождь был, видите, все осталось так, как есть. Дрова. Их надо жечь. И трава еще не растет. Чуть-чуть только. Как скосили. Так вот и есть. Свежего воздуха аж сразу голова закружилась. О, на деревья. Это от наводнения. Вот такие вот ветки. Так что это деревья самые первые, которые разгребал мой муж. Ну, первые. Вот. Видите, какой матрас здесь к нам придуло. Он такой тяжелый. Он был целый. Я его распилил пилой. Такие кусочки, чтобы вытаскивать. Он очень тяжелый. Воды набрался. Так что вот так. Ладно, мы будем снова работать. Кому интересно, оставайтесь, я засниму, как он будет разгребать дерево, деревья. Да, оливки начинают чернить, набирать цвет. Вот. Я их скоро буду собирать, вот эти вот оливки, чтобы закрывать на консерву. Вот. Мне кто-то написал, Люда, хотим увидеть, как вы, где выжимаете масло. Если будет у нас очередь наша не ночью, потому что заводики, которые выжимают масло из оливок из наших, они работают день и ночь. Смотрите, какую очередь мы закроем. Если закроем, ну, хотя бы после часу дня, ну, в час, два, в три, например, дня, в четыре, потому что надо пять часов, чтобы масло выжималось. Тогда я вам буду показывать. А если ночью, то ночью сидеть 5 часов на этом заводике и ждать, когда тебе масло выжмут, это очень тяжело. У меня Баюс один ездит, если ночью спит в машине, его там потом зовут, и он идет и забирает уже готовые вот такие вот бочки с маслом. Там 70 литров, 50 литров, 60 литров. Такие бочки. Загружает в свой прицепчик и везет домой. Так что сидеть по 5, по 3, по 4, по 5 часов на этом заводике, знаете, не фонтан. Смотрите, сколько дров надо сжигать. Я тоже вам покажу. Если будем сжигать, я вам покажу. Вот такие вот дела, девочки и мальчики, вернее, мои друзья. Потому что не нравится вам, когда я говорю, девочки и мальчики. Пишут комментарии по поводу вас, что вы не девочки и не мальчики. Ладно. Маме. Привет. Привет. План работы вот это дерево. Мушки мы? Это совсем молодое деревце, ему, наверное, лет 5 или 6. Вот здесь ему нравится расти. Здесь солнышко на перекрестке. И вот его затопило. Вот такие штучки вытаскивает мой муж. Я сказала, неделю были дожди, и видите, все мокро под ним. Вся трава, все мокрое. Дерево все мокрое. Грибами пахнет. Спасибо.
сухое, говорит. Под деревом сухое все. Thank you.
мужа чуть не упала. А? Наступила. Тупати ще дух сильно, кітку добше напишу. Чуть не упала. Вот сколько хлама вытащили из-под дерева, видите? Листья, ветки, бамбук. Вот это сено солома, вот отсюда пришла участка, все сюда к нам, здесь как раз скосили. Такой же участок был вскопанный, когда шли дожди и наводнение пришло, вот это все сюда пришло, вот это вот мелкое, вот это вот от пшеницы, листочки и все остальное, и от этого самого, там дальше растет хлопок рос, и когда его собирали, землю перемалывали, тоже сюда все пришло, там дальше, туда дальше, там дорога есть, там хлопковые поля. В Греции очень много хлопка выращивают.
это свежие корни дала оливка. Вот это все, что был ствол в земле, вот это вот желтенькое, вот это. Сейчас покажу. Вот это вот. Это корень, новый корень дала оливка. Решила корни пустить. Тут пришел Майерс и раскопал. Все, наверное, до шланга. А в тенде кошу ластиху ваю? Не знаю, говорит. Я говорю, ластиху это вот этот шланг. Я говорю, твой шланг. Надо посмотреть, потому что здесь закопалось шланги вот на такую вот глубину. Почти что весь процесс, сколько идет видео, столько вот он чистил это дерево. Поэтому возле этого дерева не так много было хлама, всего лишь вот этого вот. Вот на том дереве, все дерево обмотано проволокой, тонкой-тонкой проволочкой, и она не ржавеет, какая-то она нержавеющая. Вась принес ножницы сегодня, не знаю, дочистит или нет, он начал ее в прошлый раз перед дождем. И не дочистил, потому что там была проволока. Ну, вот. В Тане баю. Таня, в Тане. Я говорю, хватит, в Тане, хватит. А это будем сжигать все. Потом помалю. Все, увидимся. Куда он пойдет дальше? Какое он дерево? У него еще 4 дерева. Потопом принес вот такой камень, смотрите. Вот. Представляете, какой был потоп, что даже такие камни притаскивал. Еще там дальше есть такие же камни. Вот здесь на дороге такие же камни нам принес потоп. Здесь Вася в прошлый раз, последний раз чистил вот эту оливку. Она была вся заваленная, вон да там метр с лишним. На ней ничего нету. Она, видимо, устала. Начала давать корни. Вон это вот висит, вот это вот. Вот это вот. Вот тут вот висит, это корешки у нее свежие. Представляете, от земли, которая там проналипла, она даже подумала, что у нее земли прибавилось, и она начала давать корни. Ага. Он говорит, надо эту проволоку чистить. Целый час, говорит. Пиги не стало до драки, ики, то мигало. Оно вот это тоже, то и вот это в один раз сажали, и вот это вот молоденькое оливки дают, и то. Вот, ну что делать. А вот это, видите, как затопило здесь. Здесь целая куча шлангов. Откуда они приплыли, Бог их знает. Какую плиту бетонную принес сюда потоп. Вот это уже отошли мы от того дерева, пришли к этому. Сейчас вас будет это дерево чистить. Тут тоже занесено все, но я уже не буду снимать. Вот так чуть-чуть частично. Вот эти тоже камни принесло сюда вместе вот с этим. Вообще, это какая сила может быть у воды, что она поднимает такие камни? Я не представляю. И там тоже под деревом целая куча камней. Откуда они принеслись, я не знаю. Сейчас покажу одну вещь. Огородник я. Вот это дерево, вот это вот. Смотрите, его сломали, и он держится только на одной коре. И росточки, вот видите, как стремятся кверху. Вот. Видите, как выросли росточки? Вот. Вот, видите, вот. Они висят на одной коре. Вот как вот это дерево хочет жить. Это дерево вырастает до 6 метров в высоту. И выше. Такое вот. Здесь новые листочки появились, а вот оно сломано и держится на одной корочке. Вот оно, видите?
болтается вот так вот на ветру, и ветки начали расти кверху. Вот такая вот жизнь. Вот такая вот жизнь. И он болтается и хочет жить еще. Где вы только такое увидите? Это только я могу вам такое показать.